Ну что ж, вот мы как и собирались, едем на выставку с Марусей. Сейчас мы попьем кофе и поедем. Что-то мы маленько проспали и едем позже, чем планировали. Ну вот мы и приехали на выставку. Вот это Маруся, моя жена. Сейчас мы пойдем уже заходить и покажем вам все там внутри. Сейчас мы сразу пойдем в отдел спортивной одежды, походим там и потом уже дальше пойдем. Вот, как вы видите, огромное количество павильонов. У каждого павильона такая доска информационная, на которой написаны компании, которые здесь представлены. Достаточно продуктивно у нас получается пока что. Посмотрим, как будет дальше.